Сёння мы адзначаем дзень нараджэння нашага паэта Янкі Купалы. Яго імя шырока вядома Беларусі, а таксама за яе межамі. Помнікі паэта ўсталяваныя ў Злучаных Штатах Амерыкі, Расіі, Кітаі і Балгарыі. Памятныя дошкі распавядаюць пра Янку Купалу ў Літве, Латвіі, Польшчы, Славакіі і Фінляндыі. І сёння гэтыя краіны далучаюцца да віншавання ў знагоды дня нараджэння Янкі Купалы. В Болгарии, в городе Плиска, находится единственный в мире музей, посвященный кириллице, двор кириллицы. 1 ноября 2019 года на аллее писателей всех народов, парящих на кириллице нашего музея, был торжественно открыт памятник патриарху белорусской литературы Янка Купала. Сегодня, 7 июля, мы отмечаем день рождения великого писателя. И я хочу вам прочитать стихотворение поэта на болгарском языке. Кой ты там, как высота из хора, столпени как облак под простора Беларуси. Как вот ты искат, голи, глухи, слепи, у този век примазани свирепо на сафора. Громов Кирилл, город Москва, спадщина. От прадеда успокон веков мне засталася спадщина. Помеж своих и чужаков я на мне лаской матчина. Об ёй мне баюць казкі сны, вясенніе праталіны, і лесу шэліст верасны, і ў полі дуб апалены. Аб ёй мне будзець успамін на ліпе бусел клёкатам, і той стары амшалы тын, што лёг ля вёсак покатам. І тое нуднае ягнят, блеянне зоў на пазбішчы, і крык варонінных грамад на могілкавым кладбішчы. І ў белы дзень, і ў цёмну ноч я ўсцяж раблю агледзены. Ці гэты скарб не збрыў дзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. Нашу яго ў сваёй душы, як вечны светач полымя, што паміж цемры і глушы мне свеціць між вандоламі. Жыве з ім дуб маіх сям'я, і сніць ім сны нязводныя. Завецца ж, спадчына мая, всего сторонкой родной. Здравствуйте, дорогие наши белорусские друзья! Здравствуйте, купаловцы! Приветствуем вас с такой красивой, приятной земли, как наша Грузия. Любо было мне в Цалтуба, животворной теплой Цхали. Было любо, как голубил тебя в думках для Нацвали. Так писал Янка Купала своей любимой, своей музе Элико Ментехеви. Чему синяцле, чему Элико? Мидарум кнаху, а кисел мали, не смещених матка Белесклико, как ты лукал душеньки на цвале. Мы любим Беларусь. Стихотворение для батьков жены. Читает председатель Аждотского отделения Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси Наталья Ерманок, город Аждот, Израиль. Янка Купала, для батьков. Я снова заснул, было жалею, беру и пробую у ее голосов. Тихопись светлый звонких думок слов. Ти гладко пойдет песня добродейка, и починаю грать с тревогой нейкой, хоть песня, як из давней б'є часу, звенить, як ветер паміж веросу, и перамонки рвется с соловейкой. А усё ж, як там космолитки соседи, я е поймуть, хотелось бы знать, тепла оставить, ти утопшу гидка угать, односную же сумму по просвете я голосно играть буду в тайном бреде. Для батька уже же на мате буду играть. Дорогие друзья, передаю привет из Словакии, из гостиницы «Карлтон» в Братиславе, где установлена мемориальная доска Янки Купалы. Кто же тут там идет? Кто же то там идет? Кто же то там кряча в том обровском гуфе Беларуси? А что же то несу на вихнутых плечах, на мозолнатых руках, на ногах в онуце? Кривду свою.
A kamže to nesú onú krivdu veľkú? Komuže? Komu nesú ju ukázať? Celému svetu. A ktože ich toľké milióny naučil niesť svoju krivdu? Kto ich zo spánku prebudil? Nešťastie. Bieda. Čože? Čože zachcelo sa im vekmi pohrdaným, tým slepým a hluchým? Aby ich ľuďmi zvali. Татартеле. Кем килеанда, кем килеанда, тышкындайт улып курга урманга, беларуслар. Сөйле куллар ябык желкелер, юк итеп яртып нәрсә, илтәләр, хок сызлыкны